вами Алина Гарф, и сегодня к нам пришел огромный шкаф. Огромная-огромная посылка. Вы бы видели эту карабень? Ну, запаковали классно. Давайте посмотрим, что внутри. Моя давняя хотелка. Скажи, что она не цветет. Да, она не цветет. Я ее заказала сразу после Нового года. О. Еще тебе утеплитель будет. Куча картона на DIY. Давай, DIY, открывай. Ого. Ого. Как в этом, в коте. Давай, я тебе буду помогать. И такой плотный картон, давай, вынимай. Да, кстати, заказала я эту посылочку, заказала я это растение после Нового года. Оно было немножко по оценке, потому что она отцвела. И как только я заказала, ну, прошло буквально неделя, и все вот эти вот растения, они так подорожали. Ужас. Они просто, цены космос подлетали на них. Что на цветущие, что не на цветущие, одинаково. Так что, да, открываем дальше. Значит, по поводу температуры. Днем у нас сейчас температура около нуля, а ночью может опускаться до минус 5, и до минус 4, и до 3. Поэтому я попросила, мне хорошо упаковали в два утеплителя, картонная коробка. Я еще попросила хорошо упаковать горшочек, чтобы там с корнями было все ок. Давай смотреть. Давай смотреть. Нет сил уже терпеть. Ой, как красиво! Алина! Красивый пакетик. Покажи, покажи, покажи. Ну покажи, блин. Спряталась уже сама в эту упаковку. Полностью Алину можно упаковать. Да-да-да. Холодненький. О, красивая упаковка. И, кстати, уже можно понять по упаковке, какой это цветочек. Газеты. Ой, какая умничка, какая молодец. Смотрите, сколько утеплителя. Картон, два утеплителя. Там утеплитель тот, не знаю, в три слоя, наверное. Да, три слоя. Три слоя и того три. И этого. Газета. Умничка, продавец просто, просто. Что там написано? Да, да. Боже, давай я тебе помогу. Мне ребенок не дает участвовать в видео. Говорю, давай я распакую. Она говорит, нет. Нет! Я! У нас супер эксперт по распаковкам. Ого! Какие они торчком. Так, давай. Не, без комментариев. Ух ты! Шпинат! Ух ты! Это, знаете, как на зеленый. Да, точно. Праздник. Как это он по-правильному? Зеленый. Зеленый праздник. Зеленый праздник. Просто в угол поставили. Это на Украине, да, зеленый праздник, когда зелень ложат, чтобы пахло. Самое интересное. Да,
так аккуратно, потому что там новые росты. Ой, какие бульбы надутые. Бульбы надутые? Давай, показывай нам. Все это мы хотим смотреть. Ого, класс. Я уже даже знаю, как это цибулька называют. Как? Бульба. Бульба, да. Боже, какая-то нитка. Ты любишь орхидеи? Любишь? Или так себе? Так себе. Ну, понятно. Все в твоем возрасте так себе. Мне нравится распаковывать, и все остальное это обязанности мамы. А, только распаковывать. А ухаживать, все остальное обязанности мамы, да? Понятно. Пушечка. Ура! Ну, наконец-то, все. Ой, даже горшок с названием. На горшок с названием? Где? Название? Да, ну вот. S, I, а, точно. N, B, I, D, I, U, M. Точно. Тут класс. Написано... Цимбидум. Цимбидум. Значит, смотрите. Ой, корни тут. Бульбы. На корни тут... На... Ну, я уже вижу, что им капец. Опять заморишь. Ну, смотри. Ой, холодные бульбы. Боже, какие холоднючие. Фу, как с холодильника яйцо. Ай-яй-яй. Значит, мне предоставился выбор, там были другие экземплярчики, но мне понравился этот, потому что видно, что он растет. Вот новый рост. Вот новый рост с той стороны. Вот. Это тоже молодой рост, вот боковой. Ну, это старая бульба. Да, желтенькая. Вот. Холодный. Это номер посылки я писала на руке. Холодный и покрывается испариной, видите? Блин, переживаю за него. Ну, горшочек более теплый. Ой, что будет? Ничего не будет. Я надеюсь, будет с ним все хорошо, потому что реально он прохладный такой. Охладился. Холодный-холодный. Пришло оно в очень хорошем состоянии, но как оно переживет дорогу, в общем, будем наблюдать за ним дальше. Растень, видно, что оно здоровое. Я не знаю, вот эти вот корешки сверху, может быть, и мертвые, но как-то он питается, что-то у него там, значит, какие-то корешки есть здоровые, которые обеспечивают ему питание. Вот. Спасибо, конечно, продавцу. Все отлично запаковал. И растение в хорошем состоянии. И сколько тут бульб? 5. Да. Значит, напишу, во сколько он мне обошелся. И пример цветения тоже вставлю. Это очень красивый цимбидиум. Белый цветок с розовой губой. Без всяких пятнышек. И крупный цветочек. Вот. Дай Бог выживет, будет все хорошо. Я буду очень рада этому. Ты знаешь, кого мне напоминаешь? Нашу кошку Мику. Она тоже так делает. Она выгибается. Вы, наверное, с ней родственные души. Тут еще такая штука. А, это держатель. Держатель? Для чего? Для цветоносов. Крутое растение, я очень-очень довольна. И он мне не очень дорого обошелся. Он мне обошелся. Значит, я вставлю, сколько он мне обошелся. Да. Все, хорошая моя любимая. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина и Алина. Всем пока-пока! Пока-пока. Вот купила еще такой вот горшочек для цимбидиума. Ну, мне кажется, он ему маловат. На самом деле это кашпо.
Ну, может быть, я сюда и посажу, посмотрим. Да? Без тебя что-то творится. Ну, в общем, я посмотрю. Маловато, мне кажется, маловато. Куда его приудобить? Мика. Мика.